Когда идет война, по-настоящему невозможно оценить, кто герой, а кто подлец. Есть лидеры общественного мнения, есть лидеры, ньюсмейкеры, которые вокруг себя создают какую-то историю, и все думают, а, да. Но по-настоящему героями, там, такими античными героями, я не знаю, там, русскими героями, которые мы слышим там, в легендах, в сказках, мифах, в далекой истории, станут, наверное, только впоследствии там, нескольких десятков лет, когда станет известна действительность всплывет наружу, будут известны очевидцы, и они не будут бояться каких-то последствий, только тогда мы можем назвать кого-то героями. Сейчас пока это этих людей, тех же россиян, которые воюют на стороне ополченцев, можно называть лидерами новостей, ситуации, но пока героями, мне кажется, трудно называть. Мы не знаем всего, что происходит там.